Сегодня вице-спикер парламента Карачаево-Черкесии Муса Экзеков проверил степень готовности пошивочного цеха в Красном Востоке для производства одежды для военнослужащих по заказу Минобороны России. Примечательно, что открытие нового предприятия позволит создать рабочие места примерно для 200 человек. Подробности в репортаже Артура Мхце. Несколько месяцев назад мало кто из жителей Красного Востока верил, что в селе наконец-то появится предприятие, где смогут трудиться около 200 человек. Но во многом благодаря усилиям вице-спикера регионального парламента Мусы Экзекова мечты стали реальностью. Здесь никакого производства как такового не было. Давно ждали открытия такого, например, производства. Наконец-то, и мечта, можно сказать, Мусы Хабалича исполнилась, воплотил, создал рабочие места. Создание в населенном пункте Малокарачаевского района дополнительных возможностей для трудоустройства можно считать успехом группы людей – депутатов Народного собрания, представителей Международного объединения «Алашара». Уже известно, что новое предприятие будет выполнять заказ Министерства обороны России по пошиву военной одежды. Сегодня задача была принять объект по готовности, понимать, что все сделано по требованию партнера. Воинтекстильпрома, с которым посчастливилось познакомиться. Мы очень долго искали партнера, с кем можно организовать рабочие места в Красном Востоке. И конкретно под техническое задание, под технологические параметры, требуемые для производства различного вида продукции. Первые 50 человек начнут работать здесь уже со следующей недели. Все, что необходимо для реализации планов, имеется. Завезены станки, созданы условия для пошива качественной и комфортной одежды. Открытие в Красном Востоке предприятия задумывалось как возможность обеспечить рабочими местами в первую очередь жителей этого села. Однако дальнейшее увеличение объемов производства наверняка приведет к поиску желающих трудиться и из других населенных пунктов Малокарачаевского района. Артур Мхце, Фатима Хунова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, село Красный Восток.